Всем привет, ребята. Шахматный камбэк. Ну дай мне управление. Ходи. G3. Хороший радибут. Ну нет, не надо. Но это не... Это не камбэк. Ладно, играй. Мы хотим разменять сильного соперника белопольного. Белопольного слона. Не, ну погоди, зачем ты меняешься на его условиях? Рокировка. Похоже, да, какой-то ущербный королевский гамбит. Пора, наверное. Нормально еще пока. 2-4 с соперника. Так, ну тут c4 может пойти. Ой, cd может пойти, и на взятие. Мучиться. Ну, нет, этого мало, Никит. 2-4 у человека. И что? Я даже в этой позиции грибу. Да, по-моему, у нас... Отлично. У нас не хватает трех пешек. И что? Что и что? Пешки это... Мы же не в пешки играем. Я в пешке. Ну ты как-то больно искусно защищаешься. Это хорошо или плохо? Ну хорошо. С тобой неинтересно. Ты должен играть гораздо слабее. Я так проиграю эту партию. Почему? Ну, потому что трех пешек не хватает. И что? У нас отличная фигура. Как можно выиграть без трех пешек? У нас отличная фигура. Нет, у нас отвратительные фигуры. Он хочет их все прогнать. Да. Есть идеи. Да. А4, А5, аж... Так, ты хочешь скинуть качество? Нет. Ну надо просто какой-то ход делать. Ну нельзя брать пешку. Почему не слон g3? Мне надо это поле для коня. Теперь я f4 серьезно подгораживаю. Может пора уже до e3 сыграть? Теперь нет. Мы без двух. Ну как тебе сказать? Это явный прогресс. Меня это нечестно не сильно радует. Так, ну нужно поинтереснее. Да, ну подозрительно близки к мату, это я тоже вижу. У него слишком сильный вот этот слон. Сейчас мы конь f5 как-то возьмем вот этим конем, и e4, если поставим, будет хорошо. Ну я не вижу. А, ферзь d5 грозит, да? Там всегда конь f3 будет. Я не знаю, вообще безнадежно, если честно. Да, может как отдать. Сыграем, везде ужасно. Надо что-то придумать. Стоп, ладец. А, ладец c6, блин. Нам шах, какой ладец c6. Да, ну ты понимаешь, что есть такой ресурс. Нет. Ладец c6. Есть, там ладья f5, правда. Ну, ладья. Нормально, потом ладья b6 будет. Потом ладья f4, у нас все повязано. Ну придумай что-нибудь. 56 секунд. Давай. Нужно в это идти. Так, здесь выбили. Здесь взяли. Нам не в это, нам здесь хватит ресурсов, если честно. Не, ну пока. Но ничего лучше все равно не было. Ну придумали, обострили. Отлично. Так, еще идея. Может быть слон b6, черные поля? Какие черные поля? Ну смотри, какие у нас поля. Ну слон b6 надо играть. Думаешь? Ну я думаю, да, хорошая. Хорошая компенсация. Нет. Ладно, хорошо, взял. Да, и куда-то отойти нужно. Да, ферзь c3 хочешь, я прям вижу. Пока он с ладья связан, мы ничего сделать не можем. Ферзь c3. Ну, да. Не знаю, все плохо, наверное, должно быть как-то. Так где плохо-то? Ферзи поменялись. Ну, и уже неплохо, да. Выиграно. Можно на 7 съесть. Да, ну тут... У нас был он вроде... Без пары пешек. Так, он... Да, это вообще без трех были. Довольно забавно. С двумя лишними вышел. О, отлично.
Съели коняшку. Ну и пешка в ферзи пройдет. Но он будет Знаешь, флаг рубить. все, чем мы занимались в этой партии, это ели пешки. Так, ну все, вот поставил. А теперь я могу спокойно есть все, на, не глядя. Да, еще пешку на d4 поставь. У тебя предход стоит? Автоферзь. Да, ты ж видел. Ну все, второго уведи. На впад надо не попасть. Угу, поэтому решил скинуть. Мат следующим ходом. А нет. Да, кстати. Да. Нет. Что-то техника реализации не очень. Ну ладно. Я уверен. Ладно, победка. Победка. Симпатичная партия. Ой, ужас.